Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Спешу представить вашему вниманию цыплячье безумие. Я боюсь открывать клетку. В общем, принес я подпорченную капусту, порезанную на куски. Там в основном крупная. И это все залито помидорным рассолом. Томаты заливаются соленым таким. Соленое скисляется. И, в общем, такое я залил туда, перемешал. Там довольно крупные куски. Вот тут куры ждут. Снизу подбирают. И все это продолжается уже где-то около 5 минут. То есть такое развлечение для взрослых цыплят. Я их назвал пятеро смелых, чтобы было понятно. Вот петух нашел. Все, курица уже проглотила. Тихо, не вой, не вой. В общем, вот. Вот такое продолжается безобразие. Тут даже забирают через сетку. Если бы они прошли внутрь, куры взрослые, они бы, конечно, цыплят начали угнетать. И вот там даже драка за лакомые кусочки. В общем, хорошее развлечение, плюс спорт, значит, все остаются живы, да еще и сыты вдобавок ко всему. Есть чем заняться, занять свои головы. Рассматривают хорошенько, что там творится. Ну и отнимают, если получается, через сетку, особенно снизу. Вот самое лучшее место там в углу, там сетка касается деревянной настила, и происходит, все уже наелись. А теперь я дам более мелкое, вот такое, а то крупное выставлю взрослым курам, чтобы цыплята уже нормально питались, не бегали, не выхватывали друг у друга. А это уже взрослым курам, чтобы они доели. Вот там рассольчик такой. Куры, куры. Давайте, девчонки, идите сюда. Куры, куры, куры. Я это называю швейная машинка. Тут. Работает головой. Так, ну, петуху явно ничего не достанется, но он понаблюдает. Арсений Селезнев, Зверобой, как я кормлю обрезками капусты. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!